50 тысяч рублей получат ветераны, награжденные медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. Единовременную выплату по указу президента выплатят в ноябре вместе с пенсией и другими социальными пособиями. Заявление писать не нужно. В Северной Осетии 10 пенсионеров, которые относятся к этой категории граждан. Такая поддержка приурочена к 80-й годовщине открытия дороги жизни, транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград со страной.